Добрый день, дорогие друзья! Мы вот тут посылочку такую получили с ребятками. И что же у нас там? Святослав, давай. Что это такое? Расскажи нам, пожалуйста, сам. Мы заказали интернет-магазине посылку. И теперь мы ее будем распаковывать. Ага. А мы для чего это заказали? Там у нас что будет? Для работ в клубном объединении. Молодец. Ну, давай смотри, Святослав. Давай-ка. Ой-ой-ой, это молд. Это молд. О, как здорово. То есть мы будем сюда закладывать массу для лепки и потом будем использовать в нашей работе? Да. А как мы это будем делать? Тебе нравится наше? Да, мы будем закладывать сюда массу для лепки, потом через пару часов выкупаем отсюда, и у нас получится красивая деталь. И мы ее где будем использовать? Мы будем ее использовать в наших работах, в клубном объединении. Какой ты молодец. Смотри, какая красота. Правда же? Да. Будем распечатывать, смотреть. Давайте. Ну, давайте. Наверное, она будет приятная на ощупь, она будет такая. Ну-ка, расскажи, какая эта деталька. Это резиновая деталь. Покажи ее. Она резиновая. Значит, хорошо будет она извлекаться оттуда. Да. Красивая. Ну, замечательно. Тебе понравилось? Да. Отлично. Замечательно.